Доброго времени суток, дорогие коллеги. Меня зовут Кононова Анна, и я решила вам рассказать о том, что компания не перестает нас удивлять. В этом каталоге у нас 6 подарков для новичков, те, что не делали заказов вообще с момента регистрации. Да еще и компания решила подарить за каждые 750 рублей нам подарки за рубль уже тем, кто делает повторный заказ, именно повторный, да, то есть я зашла в свою корзину, заказала одежды для дочери из серии Индиры, и когда нажала «Продолжить оформление заказа», я обнаружила такой вот в промо, в разделе «В промо», я обнаружила такое вот эксклюзивное предложение «Лето в подарок за 1 рубль». Тут гласит о том, что продукты списка на выбор при оформлении на сумму 750 рублей. То есть при заказе от 1500 две штучки и т.д. и т.п. Да? То есть, когда я нажала «Выбрать товары», я обнаружила, что на заказы в одежде я могу выбрать 8 подарков по рублю. Да, то есть я могу выбрать молочко солнцезащитное, я могу выбрать спрей, я могу выбрать спрей для загара, я могу выбрать крем для лица солнцезащитный, крем для лица с сильной защитой и молочко после загара лета. Да, то есть всего 8 штук, набрала я 6, да, то есть я еще могу вот так вот выбрать, да. И вы представляете, самое интересное, у меня очень много родственников ездят по горячим путевкам в сентябре, и я им подарю всем по такому подарочку. Ну, это вообще здорово, это классно, компания нас балует. Помимо 6 подарков, новички получат еще сколько захотят спреев. Тонкость в этого заказа в том, что оплатить мы его сможем тогда, когда нам захочется, да, то есть мы можем забрать эти подарки, но оплатить в следующем каталоге, и баллы нам перейдут на следующий каталог, то есть оплачивать до 26 числа, до конца каталога, не обязательно, эти подарки вам придут все равно. Ну что ж, после того, как я нажала их выбрать, я должна буду применить изменения обязательно. Да, после того, как я применила изменения, да, я должна посмотреть, тут ли они у меня, да. Вот смотрите, текущая цена в рублях, получается крем для лица, вот одна штучка молочко, одна штучка масло, одна штучка спрей, одна штучка, да, то есть, ну, вообще здорово, классно. Я не ожидала такого подарка, да, за то, что я просто решила свою дочку начать одевать к школе, да. Удачи вам, дорогие коллеги, если желаете, конечно же, по 26 числа вас ждет не только 6 подарков, если вы их уже забрали, если у вас был оплаченный заказ, это не только новичкам, это всем, и директорам, и 15-процентникам, это для всех акции, эти идут для всех, не только для новичков. Да, то есть если вы уже в этом каталоге успели оплатить заказ, то за второй заказ от 750 рублей вы сможете добавить столько подарков, сколько вам захочется. Ну что ж, до встречи в новых видео. Рада была вас порадовать.